На встрече с министром энергетики России Николаем Шульгиновым глава Хакасии поднял проблему дискриминации регионов, экспортирующих уголь. РЖД ограничила угольным предприятиям в регионах и в Хакасии больше всех вывоз топлива на экспорт в восточном направлении. В этом году вывоз упал вдвое. Такими темпами бюджет республики не досчитается в год более 2,5 миллиардов рублей. А если мы эти деньги недополучим, мы не сможем профинансировать в полной мере расходы нашего бюджета. А я напомню, что у нас бюджет практически на 70% он социально ориентирован. Что будут делать наши угольные предприятия, если они вот эти прибыли недополучат? Вполне возможен сценарий с сокращением работников. Поэтому, конечно, мы тревогу начали бить и благодарны министру энергетики Николаю Григорьевичу Шульгинову, что он оперативно откликнулся и выслушал нашу позицию и наши доводы. Бюджет республики понесет убытки от повышения экспортных пошлин для алюминиевой промышленности. Почти вся продукция саяногорских заводов идет на экспорт. В итоге республика недополучит еще 1,5 миллиарда рублей. На встрече в Минэнерго присутствовали также руководство РЖД, ФАС, угледобывающих холдингов. Вопрос стоит вообще об уничтожении угольной промышленности целого ряда регионов. И в том числе мы говорим о серьезном снижении доходов бюджетов этих регионов. В том числе и Хакасии. Разрешение этой проблемы, она глобальная, она общефедеральная, невозможно без участия федерального центра. Мы свою позицию на встрече озвучили. Могу сказать осторожно, что конструктивный диалог он начался. Правительство Хакасии также обратилось к президенту России с просьбой отреагировать на проблему и принять решение в интересах жителей республики и других регионов.